Дело в том, что я был участником протестной акции 6 мая. И все то, что происходило, происходило на моих глазах. И там мог оказаться любой. Поэтому я считаю, что амнистия, она не необходима. Хотя с точки зрения нравственной, это должна быть не амнистия. Это людей должны освободить. Просто освободить. Потому что амнистия, это значит, это надо признать свою вину. А там не было никакой вины. То, что эти люди попали туда в силу политической подоплеки, это очевидно. Поэтому, если есть возможность как-то помочь им, то это надо сделать. Поэтому я подписываю этот лист.